Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы с вами будем делать дозатор флюса. Поехали! Рассмотрим скетч и схему устройства. Все управление базируется на Arduino Pro Mini, а также Easy Driver для управления шаговым двигателем. Также подключен OLED-дисплей, кнопка управления и также энкодер, при помощи которого можно изменять какие-то настройки в меню. В скетче вначале подключаются все необходимые библиотеки. Библиотека EEPROM для сохранения настроек, библиотека для работы с OLED-дисплеем и библиотека для работы с энкодером. Инициализируем OLED-дисплей, также определяем некоторые стартовые переменные, которые отвечают за работу всего устройства. Например, переменная distance определяет количество шагов, сколько будет делать шаговый двигатель. Точнее, мы оперируем сотнями, то есть, например, в данном случае 32, это значит 32 сотни шагов. Переменная full distance, она определяет, сколько в реальности будет количество шагов сделано. Пауза между шагами, направление вращения, а также тип работы, постоянное или определенное количество шагов. На этом мы будем разбирать дальше. Кнопка управления. Определяем пины, к которым подключен Easy Driver для управления мотором, счетчик шагов, а также переменные, которые управляют шагами двигателя. Пины, к которым подключен энкодер, и переменные, которые определяют направление вращения энкодера. Если 0, то вращения нет, 1 это вращение в одну сторону и минус 1 вращение в другую сторону. Также некоторые другие переменные, которые принимают участие в работе всего устройства. Еще также определяем адрес EEPROM, по которым мы сохраняем настройки. Дальше функция, которая вызывается прерыванием по таймеру. Эта функция нужна для управления мотором. Вначале мы изменяем состояние переменной, которую мы будем записывать в пин для управления мотором. И в зависимости от того, от типа работы, мы этот тип будем разбирать дальше, будем делать либо определенное количество шагов, либо мотор будет работать до тех пор, пока кнопка нажата. Но мы этот принцип работы будем разбирать дальше, как это все работает. Дальше идут несколько функций для сохранения и восстановления настроек EEPROM. В функции Draw мы прорисовываем на дисплее все необходимые настройки, такие как количество шагов, текущая пауза между шагами, направление вращения и тип работы. То есть тип это либо по нажатию, либо определенное количество шагов. И здесь прорисовываем все необходимые пункты меню. Функция Display Update – это просто функция вызова прорисовки на дисплее. В функции меню идет обработка всех нажатий на энкодер, то есть работа энкодера, переключение между меню, изменение значений пунктов меню и других настроек. В сетап определяем работу пинов, определяем работу энкодера, восстанавливаем значение из EEPROM и обновляем значение на дисплее. Также настраиваем таймер. Таймер работает по совпадению с определенным значением. В данном случае я использую второй таймер. Он практически нигде не задействован, поэтому его можно использовать свободно. Таймер срабатывает по совпадению. То есть мы задаем сюда определенное число, при совпадении с которым происходит прерывание. И как только это прерывание происходит, то сразу же вызывается функция. Вот эта функция вызывается управление мотором. В основном цикле программы мы заходим в меню и прорисовываем все текущие настройки, а также отслеживаем нажатие кнопки управления. В зависимости от режима работы настраивается таймер. Либо это будет работа определенное количество шагов, либо же таймер будет работать до тех пор, пока нажата кнопка. Во Fusion 360 я создал корпус, а также несколько других необходимых моделей для того, чтобы создать свое устройство. Вот что в результате получилось. Здесь у нас стоит Arduino Pro Mini, шаговый драйвер, также установлен энкодер и OLED-дисплей. Вот так выглядит коробочка и к нему корпус. Кабель для питания питается всего от 5 вольт, кнопка управления, по которой стартует устройство, и сам дозатор. Для управления я использовал микрошаговый двигатель, и я решил использовать именно его из-за его веса, он очень легкий. У меня были, конечно, моторы и помощнее, но они крупнее и значительно тяжелее. А чем тяжелее устройство, чем тяжелее конструкция, тем тяжелее и неудобнее будет работать. А нужно, чтобы все устройство было как можно легче. Вся конструкция целиком весит 36 грамм, в то время как один вот этот мотор весит почти 12 грамм, что сделало бы устройство очень тяжелым. Этот же моторчик вместе со своей обвязкой весит всего лишь 3 грамма. Итак, что у нас здесь есть? Есть червячная подача и также набор шестерней, которые помогают такому маленькому мотору продавить этот поршень. Давайте сейчас мы это все соберем в кучу и посмотрим, как это работает. Ну,
Вот так выглядит все в собранном виде. Подключаем питание. Здесь вначале определяется количество шагов, пауза между шагами, направление вращения, в которое будет двигаться поршень, либо вперед, либо назад. И также тип работы по нажатию кнопки, либо определенное количество шагов. В данном случае сейчас будет работать до тех пор, пока нажата кнопка. Как работает меню? Так, давайте мы сейчас попробуем, пускай идет вперед. Изменим на вперед. Пускай по удержанию будет. То есть вот наше устройство. Вот я держу кнопку. И идет вращение. Вот видно, шестерни вращаются. Эта шестерня тоже довольно медленно, но тоже вращается и будет выдвигать поршень вперед. Если я здесь изменю hold на клик, то при единичном нажатии мотор проработает, определенное количество шагов пройдет. Вот столько, сколько здесь указано в количествах step. Если выберу hold, то мотор будет работать до тех пор, пока кнопка нажата. То есть кнопка нажата, мотор работает. Точно так же можно изменить скорость вращения. Пауза. Чем больше пауза, тем медленнее мотор будет работать. При слишком большой паузе мотор может даже не запуститься, потому что может не хватить мощности, например, для того, чтобы продавить поршень. Если паузу сделать слишком маленькой, то мотор будет не успевать сделать один шаг, когда ему будет уже подана следующая команда сделать следующий шаг. Поэтому мотор просто не будет вращаться. Так, в зависимости от направления вращения у нас будет в определенную сторону двигаться поршень. Сейчас он немножко выдвинут. Нам нужно его задвинуть. Вот видно, шестерня вращается это. И постепенно поршень задвигается обратно. Ну а теперь давайте проверим это в работе. Берем обычный шприц с флюсом. Вставляем его сюда внутрь. И теперь нам нужно опустить поршень до самого низа. Итак, здесь у нас вставлена паста. Все надето, подключено. Подключено питание. Сделал управление по нажатию кнопки, то есть пока кнопка держится, будет идти подача. Скорость 28, это не быстро, я бы сказал, даже немножко медленно. Ну ничего, начинаем, нажимаю кнопку. Сейчас сразу она не пойдет, буквально через... О, все, пошло. Вот у нас уже выделяется паста. Отлично. И можно ее наносить. Буквально так раз и раз. Даже очень быстро паста идет, я бы сказал, намного быстрее, чем нужно. Вот паста наносится. Ох, сильно паста идет. Надо уменьшить скорость немножко, потому что довольно быстро идет и сильно выделяется паста. Берем скорость, немножко уменьшаем. Ну, все. И дальше наносим пасту. Все отлично работает. Можно переключить управление. Ой, да, по клику. И будет паста, то есть работать определенное количество времени до тех, ну, определенное количество шагов, которое здесь указано. Вот у нас сейчас выделяется паста. Если видно, вот, отлично, все, остановилось. Но еще внутри остается небольшое давление, поэтому паста после отключения все равно некоторое время идет. Вот я сейчас она выключена, но паста все равно выделяется. К сожалению, есть вот такая вот небольшая издержка, небольшой минус. Но тем не менее, теперь с этой автоподачей будет намного проще наносить пасту, потому что самому давить, продавливать шприц или пользоваться вот такой вот насадкой, ну, тоже совсем неудобно. Сейчас используется игла большого диаметра, а также установлена маленькая пауза между шагами двигателя, из-за чего давление пасты очень большое, и паста буквально заливает все вокруг, и наносить так очень неудобно. Чтобы исправить это, нужно использовать иглу намного меньшего диаметра, а также увеличить паузу между шагами, чтобы уменьшить давление и уменьшить подачу самой пасты. Это намного облегчит подачу и улучшит качество нанесения флюса.